Несмотря на постоянные обстрелы, украинские полицейские не оставляют попыток доставлять мирным жителям Лисичанска гуманитарную помощь. Хотя с каждым днем привозить продукты и лекарства становится все сложнее. Российские военные практически беспрерывно обстреливают дорогу. По словам местных жителей, оккупационные войска не прекращают атаковать и сам город. Ежедневно в Лисичанске разрываются снаряды и разрушаются дома. Привозили выше, там на Малахите. Пошли, сестра пошла, а там обстрел начался сразу. И воды не досталось. Ну, только собираемся идти по воду, они начинают стрелять. И вот там, где вот гаражи, там, где мы проходим, вот там туда и бьют. Вот вчера парни пошли, хорошо успел, что пригнулся. И вот пролетел осколок вот так вот, в дерево врезался.